Если не пить, то можно получить элементарное обезвоживание. Ну, не дырки, а прям вот все. Вот рядом с геями или с пьянками, или с фриками. Мы сегодня прошли пешком 18,6 километров. 18,6 километров. Про Макдональдс, который находится здесь, я слышал, что невкусно, но место, которое мне прям четко напоминает то место, где я уже был. Как я говорил в предыдущем видео, жить мне предстояло в небольшом городке, который находится в 19 километрах от Тель-Авива. Называется Раанана. Сюда приезжает много репатриантов из США, Англии и Франции. Вообще, я слышал много положительных отзывов о Раанане, но за все время проживания так и не проникся этим городом. Мне тут было скучно, но все же я нашел парочку мест, где хорошо проводил время. В основном я занимался спортом в Раанана Country Club. Иногда тусил в местном торговом центре, который по размерам, кстати, ничуть не уступает центрам в больших городах. А еще в Раанане есть очень крутой парк, в котором даже можно посмотреть на настоящих животных, правда в клетках. Перед тем, как попасть в Раанану, я пытался узнать, насколько просто добираться до Тель-Авива. Казалось бы, каких-то 19 километров. Однако, как оказалось позже, автобусы ходили очень плохо и ехали долго. Минут 40 до Тель-Авива – это прям очень повезло. Расписание автобусов хорошо отслеживается через приложение Moovit. Однако, я так и не понял прикола, почему автобусы иногда просто проезжают мимо остановок, и ты можешь так и остаться в городе, никуда не уехав. Кстати, еще одной проблемой оказалось то, что нужно было постоянно быть привязанным к расписанию обратно, так как последний автобус из Тель-Авива уходил около 11 часов вечера. Без машины в Израиле достаточно фигово. Что касается центра абсорбции – Мерказ Клита, в котором я жил. Наверное, сильно комментировать не буду. За меня все скажут фотографии. Единственное, что может позабавить, у меня в комнате не было дверей. Так я и жил 4 месяца. Просто без дверей. На самом деле, о всех подробностях, касающихся моей стажировки и условий проживания, вы можете прочитать в моем блоге. Ссылочку найдете в описании. Или же просто задавайте вопросы прямо в комментариях. Кстати, все-таки жизнь в общаге имеет какую-то романтику. Например, в один из первых дней мы собрались на кухне и приготовили борщ. Вот с этой вот девчонкой мы сегодня прошли пешком. Сколько мы прошли пешком? 18,6 километров. 18,6 километров, вот так. А еще у меня горло до сих пор не разговаривает, поэтому я вернусь чуть позже. Кстати, овощи для борща мы покупали в магазине Рами Леви, который в целом в Раанане является одним из самых дешевых. Расстояние от дома до магазина было около 3 километров в одну сторону, поэтому прогулка за покупками с рюкзаком заменяла кардиотренировку в тренажерном зале. Но так как меня всегда привлекали большие города, при первой же возможности я поехал в Тель-Авив. А пока мы едем в автобусе, меня девчонки учат ивриту. Сегодня у нас цифры Эхат, Штайм, Шалош, Арба Хамеш. 1, 2, 3, 4, 5. Что там делают? Из моей прошлой поездки в Израиль я слабо помню посещение Тель-Авива. То ли потому, что мы были там не очень долго, то ли потому, что мы были не в тех местах, которые могли бы мне запомниться. Тель-Авив мне сразу понравился. Во-первых, потому что я увидел небоскребы, которые так люблю. Во-вторых, потому что город показался мне очень живым и динамичным. В-третьих, потому что я увидел то разнообразие в архитектуре, которое не режет глаз. Вроде бы вот старые, ничем не примечательные домики. А тут уже дома поновее, повыше. А здесь вообще небоскреб, рассмотреть крышу которого можно только в какой-то позе из йоги, прогнувшись в спине. До Гонконга, который я посещал 2 года назад, конечно, далеко, но тем не менее. Люди в Тель-Авиве очень разнообразные. Тут тебе и простые светские израильтяне, и полностью зататуированные темнокожие ребята, и фрики, и геи, и даже ортодоксы, которых почему-то в Тель-Авиве я встретил достаточно немного. Где-то играет музыка, город живет. Если же в Раанане и Ашдоде днем людей на улице встретить относительно проблематично, я утрирую, но все же, то в Тель-Авиве народу полно. Я даже задумался о том, чем же они таким занимаются по жизни, что могут просто позволить себе днем спокойно гулять по городу. I got the
wheelers in my yard. And Adidas ain't go young. And they packing, so I'm puffing off the. Сейчас я нахожусь на рынке, который называется Шук. Шук Тель-Авив. Как я понимаю, это что-то типа как каирский Хан Аль-Халили. Здесь можно найти всякие безделушки, вот прям вот уже сразу видно. Очки, какие-то, не знаю, шляпы, полотенца, все что угодно. И мне порекомендовали сделать рюкзак вот так, как будто я беременный, потому что, ну, наверное, как и на любом рынке, могут что-то воровать. Признаюсь честно, особо интересного чего-то на рынке я не нашел. С учетом того, что поездка в Тель-Авив была первая и состоялась всего лишь от скуки, так как стажировку нам до сих пор не нашли, было принято решение просто гулять в сторону моря. Пока мы шли, я не переставал любоваться людьми и архитектурой, а также приводить свои мысли в порядок, которыми и хочу поделиться. Пробыв уже неделю в Израиле, у меня сложилось какое-то определенное мнение, такое первичное. Ну и хотел бы рассказать мои первые впечатления. Вообще страна довольно интересная, хотя местами напоминает многие другие страны, в которых я бывал. Теперь расскажу про несколько моментов, как хороших, так и, на мой взгляд, может быть, не очень. Во-первых, лично меня немножко напрягает то, что, как мне показалось, здесь никто никуда не торопится. Я с этим сталкивался во многих странах, особенно в южных. Мне это, наверное, не очень привычно, и хочется прям торопиться, бежать. А все говорят, ну, подожди, вот там вроде бы завтра четверг, а за четвергом уже пятница, уже шаббат, ну, вроде как можно на следующую неделю все перенести. Что касается русского и английского языка, в большинстве случаев, хотя мне казалось, что будет совсем наоборот, транслита нет, и все написано именно на иврите. То есть, если вы даже знаете английский или знаете русский, то абсолютно не факт, что вы сможете что-то прочитать, поэтому если планируете какие-то маршруты, то, скорее всего, лучше это делать заранее. Ну, либо идти с человеком, который все-таки понимает иврит. Обязательно много пейте, пить можно очень много, по литрам, и вы даже будете не замечать, как вообще куда эта вода вся девается. И если не пить, то можно получить элементарное обезвоживание, причем очень внезапно и очень неприятно. Когда вы идете в магазин, советую не переводить деньги на свои родные, а прям вот покупать как есть. Единственное, можно сравнивать, да, все стоит в 2-3 раза дороже, но вы просто обалдеете, если переведете. Ну, а никуда ж не деться, и все равно надо питаться. Очень много внимания уделяется детям. Много детских площадок, и они очень классные. Везде есть обязательно навесы от солнца. И очень удобное покрытие для ног. То есть оно такое мягкое, если ребенок упадет, то ему будет не больно. А вот это Даша, и только что она замочила штанишки. Но это не страшно, потому что здесь плюс 20, и они очень скоро высохнут, да? Да, это точно. Вы обратили внимание на то, что никто не купается? Во-первых, потому что официально купаться еще запрещено. И я, честно говоря, не знаю, что будет, если вы все же полезете в воду. Если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Во-вторых, плюс 20 – это не такая уж и жара для местных. Мне сразу вспомнились мои заплывы в Атлантическом океане в плюс 6 и в Южно-Китайском море в плюс 12. В-третьих, большие волны. На самом деле, я никогда не считал Израиль местом для пляжного отдыха. Нормально поплавать можно разве что в Красном море, но уж точно никак не в Средиземном. В основном люди загорают, играют в какие-то игры и занимаются спортом. Как я уже говорил ранее, спортивные площадки установлены везде, в том числе и на пляже. В Тель-Авиве очень классная штука есть. Ну, наверное, где-то еще, я просто не помню, впервые такое вижу. Можно помыть ноги. Очень удобно, когда вы ходите вот так вот босиком, как мы сегодня. Делается это вот таким вот образом, как будто вот как пиво наливается в баре. Так вниз. И вот. Большой очень набор, кстати. Все, и можно дальше закусить. И, кстати, туалеты здесь тоже очень приличные, вот такой большой домик. Ну, не дырки, а прям вот все как, не знаю, как в торговых центрах тоже очень удобно. Да, что ты можешь сказать после первого посещения Тель-Авива? Соскучилась по атмосфере, по людям, по колориту, по морю очень соскучилась. А сам город считаешь вообще классным таким? Для меня он просто необычный. Здесь сочетаемое, несочетаемое. Здесь современная постройка с старыми еврейскими домиками. Клерки в старых костюмах, тут рядом с геями и лесбиянками, или с фриками. Ну, то есть это просто город контрастов, который надо понять и полюбить. Ну а жизнь ты хотела бы здесь или только вот приезжать потусить? Нет, приезжать потусить. Понятно. Ну а я пока не знаю, не могу сказать.
Поэтому буду следующие разы, наверное, этот вопрос для себя открывать. Есть один магазинчик в Израиле, называется Cofix. Так вот здесь цены все 5 шекелей, ну, в основном. Поэтому кое-что здесь есть дешевле, кое-что дороже, но в целом, если хотите недорого что-то покупать, то, ну, заходите сюда, и здесь есть много чего. Вот я просто вижу по ценам то, что реально дешевле, чем в других магазинах обычных. Кстати, в основном прачечные вот такие вот, внизу домов, и сюда можно приходить, стирать, и тут также есть сушка. Достаточно удобно, хотя я предпочитаю, когда прачечная есть все-таки дома. А вот эти вот штуки я впервые увидел в аэропорту. Если вам холодно, тут какая-то лампа какая-то лампа накаливания, вы можете подойти и под ней погреться. И действительно тепло, потому что в Израиле вообще сначала вот может быть жарко-жарко, потом под вечер резко становится холодно. И, кстати, очень актуально в данный момент. А, хорошо. Про Макдональдс, который находится здесь, я слышал, что невкусно, но не знаю, я вот все себе купил. Какой-то бургер оказался очень вкусный. И самое интересное, что там стоит автомат. Ну, обычно, когда вот через автомат здесь заказывать, можно сразу же добавлять какие-то дополнительные ингредиенты. Я добавил какой-то соус, можно там сыр, лук и там что-то такое. Ну и на самом деле удобно. И даже если вы выбираете меню на английском, то в конце терминал платежный вам выдает что-то, какие-то надписи на иврите. Ну, я там вроде разобрался, но будьте к этому готовы. Если что-то не понимаете, то можно подойти потом расплатиться прямо на кассе. Темнеет в Израиле достаточно резко. Зашел в Макдональдс, было светло. Вышел с бургером, уже темно. Кстати, Мак достаточно дорогой. И чтобы купить полноценный обед, придется потратить порядка $15. Вечерний Тель-Авив произвел на меня еще большее впечатление, чем дневной. Конечно, в последующих поездках я бывала в тех местах города, в которых-то и днем находиться не очень приятно. Но сегодня вечерний город встречал меня светом окон небоскребов, которые я так люблю. Остановка на Раанану находится как раз под знаменитыми башнями Азриэля. И если днем эта часть города меня еще полностью не покорило, то вечером мое сердце было окончательно разбито. Наконец-то я нашел в Тель-Авиве место, которое мне прям четко напоминает то место, где я уже был, это Гонконг. Послушайте даже звук. А от светофоров, который, ну, звучит в зависимости от того, как красный или зеленый. И вот эти вот небоскребы, зеленые насаждения, прям вообще у меня дежавю большое, один в один. Очень здорово. Я хорошо помню мои ощущения в тот момент. Мне хотелось тут оставаться как можно дольше. Я уже представил, как офис компании, которой я руковожу, находится в одном из этих зданий. И какой крутой вид оттуда открывается на город и море. Увы, нужно было возвращаться в Раанану, и мы пошли в сторону остановки. Я испытал огромное удовольствие от того, сколько комментариев и просмотров получила первая часть моего видео из Израиля. Поэтому буду стараться также радовать вас новыми выпусками. Подписывайтесь на мой канал, все социальные сети, ставьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Впереди вас ждет еще много интересного.